Семен. Имя Семен – древнееврейского происхождения. Произойти же могло от иудейского имени Симеон, что трактуется как «слушающий», или по другой версии – «услышанный Богом». Хотя существует и несколько других, но не особо популярных версий трактовки и происхождения этого имени. Мужское имя Семен сегодня не пользуется большой популярностью, но во времена существования Советского Союза было одним из наиболее известных. Но зато это имя имеет хорошее значение, сильную энергетику и отменную совместимость с большинством русских женских имен. Сегодня имя Семен находится на 32-й позиции в рейтинге мужских русских имен и приходится по статистике на 8-10 мальчиков из 1000 новорожденных. Значение и энергетика имени Семен. Значение имени Семен сулит носителям много хороших качеств и уникальную по своей сути натуру, меняющуюся по ходу взросления. Так, из стеснительного и нерешительного малыша в конце концов может вырасти самоуверенный, решительный, развитый во всех направлениях и целеустремленный мужчина. Более того, из носителей этого имени нередко получаются хорошие начальники и очень успешные бизнесмены. В то же время, нельзя не сказать и о том, что в большинстве случаев Семену нуждаются в поддержке и подстраховке со стороны близких. Самое главное достоинство всех носителей этого имени без исключения заключается в способности находить решение проблем там, где, казалось бы, ситуация уже может считаться патовой. А еще, это очень общительные, напористые и смелые мужчины в своем большинстве. Семен плохо относится к людям, которые всем вокруг пытаются навязывать свое мнение. А еще носители этого имени стараются избегать общения со слишком напористыми и настырными людьми. Астрологическая символика имени Семен. Камень-талисман – изумруд. Планета-покровитель – Сатурн и Меркурий. Покровительствующая стихия – воздух. Животный символ – сорока. Растительный символ – ясень. Лучший зодиак – водолей. Число Семена – 7. Счастливый день – среда. Идеальный сезон – весна, год – свинья. Семен в детстве. С детства это спокойный и слабый духом мальчишка, не умеющий общаться со сверстниками и часто становящийся личностью, над которой посмеиваются друзья. Он нерешителен и не уверен в себе, но зато ответственен и исполнителен, старается во всем помогать родителям, прислушивается к отцовским наставлениям и воспитывает в себе важные мужские черты. С другой стороны, маленький мальчик по имени Семен – это обычно творчески развитый малыш, старающийся ни минуты не терять даром и приносить как можно больше пользы окружающим его людям, особенно родителям. Семен – подросток. Подросток с мужским именем Сема – это уже более серьезный, решительный и волевой паренек, с таким уже намного меньше проблем. И вообще, достигшие подросткового возраста Семены в своем большинстве являются парнями умными и интеллектуально развитыми. Семен-подросток – это примерный ученик и гордость класса, любознательный и активный. Он старается побольше узнать и питается новыми впечатлениями. Ему важно не сидеть на месте в плане умственного развития. Веселье и шумные потасовки в компании одноклассников не для него. Его цель – доказать, что сам он не хуже кого-то, что достоин внимания и может быть лидером. Правда, есть и одно «но». При всем желании быть лидером, подросток по имени Семен вряд ли справится с обязанностями, которые обычно возлагаются на всех лидеров. В браке. Семен – это обворожительный, эрудированный, галантный и веселый мужчина, пользующийся огромным спросом у женщин. Обычно у него достаточно бурная молодость с многочисленным количеством романов. Он умеет очаровывать женщин, и даже при расставании с ними он настолько обходителен и любезен, что бывшие дамы сердца принимают это с легкостью. Однако после многочисленных приключений Сёма наконец встречает свою истинную любовь и резко меняет свою манеру поведения. Он становится преданным и верным спутником жизни, надежным и сильным. Встретив свою вторую половинку, Семен очень тщательно к ней присматривается, проверяет силу чувств и другие качества дамы. При выборе супруги Сёма руководствуется не только чувством любви и страсти, но и заглядывает в недалекое будущее. Он попытается предположить, как будет складываться их семейная жизнь, когда сила чувств немного ослабнет. Он осознает, что счастливую семью на одной страсти не построить. Семена привлекают волевые, сильные, настойчивые и принципиальные дамы, в которых есть огонек. Семен – это мужчина с большой буквы, ведь он старается стать очень хорошим семьянином и супругом.
Он всегда готов и супруге по хозяйству помочь, и с детьми время провести, и даже с родственниками пообщаться. Однако наличие у него повышенного интереса ко всем домашним делам или же к попыткам контроля каждого шага супруги может привести к ссорам и конфликтам. Но Семен по-настоящему сильно дорожит своей семьей, поэтому сохранение семьи он ставит выше, чем собственную гордость и самолюбие. Он готов научиться адекватно реагировать на критику в свой адрес, не раздувая из этого скандал. Семен как отец. Материнство, отцовство и вообще родительский долг – это настолько важно и ответственно, что крайне трудно предположить, как с этим справится каждый отдельный человек или же люди с одинаковыми именами. Однако, учитывая множество положительных качеств характера носителя имени Семен, его чувство ответственности, хозяйственность и умение заботиться, можно предположить, что плохим отцом он точно не станет. Семен, внешне сильный и волевой мужчина, внутри оказывается мягким и нежным человеком. Свою нежность, доброту, ласку и любовь, в силу своего характера, он не всегда способен полностью показать супруге. Зато дети с первых минут жизни купаются в его отцовской любви, ласке, нежности и заботе. Такой мужчина, как Семен, настоящая находка для занятых мамочек. Он настолько привязан к детям, что сам предлагает жене свою помощь. Семен трудится на благо семьи и детей, не покладая рук. Его главная задача – комфорт и безопасность его чад. Кстати, если брак Семена распадется, то он не растворится в тумане с ежемесячной выплатой алиментов, как многие. Наоборот, он постарается максимально сгладить все неприятные моменты. Для него важно, чтобы развод не отразился на его малышах очень сильно. Совместимость. Самая лучшая совместимость у получившего имя Семен мужчины с женщинами, названными такими именами, как Агата, Алевтина, Зинаида, Зоя, Белла, Сусанна, Татьяна, Бронислава и Тамара. С названными такими именами, как Евдокия, Марианна, Мария, Мирра, Роза, Стелла, Фаина и Фрида, тоже может быть создана крепкая пара. Правда, до брака тут вряд ли дойдет, ибо этого совместимостью не предусмотрено. Но с такими, как Агния, Алиса, Анфиса, Валерия, Виктория, Владислава и Екатерина, и вовсе пару лучше не создавать, ибо ничего хорошего из этого все равно не получится.